За что я люблю городской округ Люберцы? Ответы на этот вопрос искали представители молодой гвардии. Совместно с нашей съемочной группой общественники вышли на улицы города и провели соцопрос среди местных жителей. Ну как, я здесь родился, здесь вырос, вот, здесь учу детей. Так что как его не любить, как не любить свою родину? Для коренных жителей это главная причина любить свой округ. Тот, кто здесь родился и прожил всю жизнь, признаются, что не променяют Люберцы ни на один другой город. А тот, кто приехал сюда недавно, находят плюсы во многом. Например, Екатерина Кузнецова довольна работой ЖКХ и состоянием придомовой территории. Я приехала из соседнего города, в общем, и есть чем сравнить. И я была впечатлена тем, что облагородилось состояние подъездов. Дворник каждый день просто вылизывает наш двор, и я первый раз вижу, чтобы человек, ну, так добросовестно делал свою работу. Поинтересоваться у жителей, за что они любят городской округ, молодогвардейцы решили не просто так. На основе полученных ответов общественники проведут анализ, чтобы понять, чего не хватает люберчанам для полного счастья. Ведь в перечне их вопросов есть еще и такой. Хорошо, тогда, может быть, есть что-то, что бы вы хотели изменить? А изменить, как оказалось, люберчане хотели бы многое, например, экологическую ситуацию. Как показал опрос, эту тему затронуло большинство местных жителей. А второй по популярности проблемой является транспортная доступность. Во время акции молодогвардейцы общались с людьми разных возрастных категорий. Но основной упор делали на молодежь. Именно молодое поколение в нашем городском округе проявляет особую активность для каких-то изменений, и за ними стоит будущее. И поэтому мы хотим сделать определенную статистику, чем довольна молодежь, чем недовольна. Активисты молодой гвардии планируют провести такой соцопрос и в просторах интернета. Совсем скоро они разместят его в социальных сетях и на сайте организации. Луиза Егиазарян, Дмитрий Шарапов, телеканал ЛРТ. Всем привет! Вы смотрите ЛРТ, а я Яна Яковлева. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки и будьте в курсе самых интересных и актуальных новостей.